Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание, за ваше доверие и поддержку. Не забудьте также и поддержать этот канал вашей подпиской и это видео вашим лайком. Поскольку чем больше будет нас, тем меньше, как говорит один эксперт, будет их. И мы будем как раз и работать над этим. Друзья, у вас есть возможность поставить вопрос. И, конечно же, с огромным удовольствием, аналитикой это сделает Вадим Юрьевич Карасев. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть. Спасибо. Как ваше настроение? Ну, какое настроение? Первое число последнего месяца зимы. Я вас, не знаю, можно как-то уже... Как-то даже выпало у меня. Что... Сегодня же 1 февраля. 1 февраля, да, уже. Да. Зима проходит, скоро будет весна и, возможно... Весна прийдет. С весной всегда в Украине выборы приходят. Ну, посмотрим. Да, будем смотреть. Но и с весной немножко и настроение поднимается, изменяется. И в целом хотелось бы понять, насколько будет меняться и политическая наша погода. Поскольку... Мы тему назвали «Куратор Нуланд. Прощальный визит». Я напомню о том, что Нуланд приезжала в Киев после визита. Она сделала несколько заявлений о том, что Конгресс США обязательно проголосует за пакет помощи Украине, учитывая роль поставок для выживания страны. Американцы восхищаются Украиной и осознают чудо, которое Украина уже совершила. Ну и говорит, я покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решительности украинского народа на 2024 год. Вадим Юрьевич, по хорошей традиции наши зрители уже пишут вопросы, различные комментарии, и пару пользователей дают свое мнение. Очень хочется, чтобы это был действительно прощальный визит. Другой пользователь. Так что, спектакль окончен, гаснет свет? Не думаю, что прощальный. Эта тетка еще не все задуманное реализовала. Кстати, а вот прикол. Если она... И при следующей администрации также будет работать или уже нет? При следующей она не будет работать. Вот и все. Что Трамп ее не возьмет. Это ж понятно. А вы уверены, что будет Трамп? Это раз. Ну, нет. А кто другой? Ну, хорошо. Ники Хейли. Проблема в том, что дело не в этом. Вот в чем ценность Нуланд и ее мужа Роберта Кагана? Каган, Роберт, это известный политолог. Идеолог неоконсерватизма, неокон. Специалист по русскому вопросу. Вика Нуланд хорошо, Виктория Нуланд знает хорошо Украину. Кстати, она была в лагере молодой гвардии в Одессе. Где-то в конце 70-х, начало 80-х годов. На русском шпарит хорошо. Она учила, ну здесь была по обмену какому-то, так, когда еще была, скажем, в молодых летах. Поэтому это специалисты по украинскому русскому вопросу. По советскому вопросу, опять по русскому, украинскому вопросу. Почему это все-таки прощальный визит? Ну, во-первых, администрация Байдена, она прощается. Если Байден победит или там еще кто-то, если, да, то там будет другой. Госдеп, это, скорее всего, возглавит госсекретарем будет Вильям Бернс, ныне глава ЦРУ. Блинкина не будет там и близко. Да, хотя у Блинкина не очень хорошие отношения с Викторией Нуланд. Но он не очень хорошие с ней отношения. Но, тем не менее, ее держали, потому что Украина – это ее, ну, скажем так, опека. Начиная с Майдана. Она хорошо знает Украину, расклады политические знает. Ну, все помнят, она контактирует с украинской вот этой элитой, которая постмайдана или майдана элитой. Я бы не сказал, что она фанат нынешней власти. Она скорее фанат там Яценюка, Порошенко, возможно, Авакова, вот это. Да? Но, тем не менее, она вот ближе к тем, кто вышел с Майдана элита в 2014 году. Как раз 10 лет, кстати говоря. Вот Майдан, первый, когда она появилась на Майдане, вот сейчас, вот это примерно 10 лет. Тогда она с пирожными приехала, сейчас она приехала с дальнобойными снарядами. Но неважно, я не хочу вот это сейчас, ну, вот эти, любят сейчас на этом стебаться. Так, проблема же не в этом, не в себе. Почему все-таки прощальный? Прощается администрация со своими основными кураторскими проектами. Во-вторых, американцы уходят с Украины и с Европы тоже. А они постепенно-постепенно сворачивают свою активность на украинском направлении, считая, что своих целей главных, стратегических, они добились. А какие две стратегические цели главные у них? Первое – это, как они говорят, обескровить, нанести поражение, не дать захватить Путину, не дать захватить Украину. Вот это они считают. Ослабить Украину, ослабить Россию. Вот Бернс, глава ЦРУ, такой интеллектуал-разведчик, разразился большой статьей в Foreign Affairs, так, как там, шпионаж в эпоху, что-то,
Шпионаж и государственное устройство. Да, шпионаж и государственное устройство и так далее. Вот. Там это все сказано, что Путин не проиграл СВО, не получил Украину, ему нанесено поражение, там цифра указана 300 тысяч убитых и раненых России. Вот они считают, что они задачу эту выполнили. Они так считают. Украина есть при всех ее сложностях, слабостях, внутренних и внешних угрозах и рисках, она есть. Вот так они считают. И вторая задача, они считают, что выполнили, это взяли полностью Европу под свой контроль. Это фактически, скажем, полностью. Сейчас контролируют европейскую элиту, но не европейские массы. Я хочу подчеркнуть. Европа массовая, низовая, она бунтует сейчас. Она не соглашается с элитами, которые сегодня в Европе проамериканские, проатлантические. Глобалистская элита. Поэтому многие сейчас ждут выборов в Европе, выборы в Европарламент и национальные выборы, где может быть смена. Смена элит. Не просто смена власти, а смена элит. Ну, например, во Франции сегодня, так, по всем показателям доверия, Мари Ле Пен. На третьем месте ее новый, скажем так, фаворит, не помню фамилию, или Бордел и так далее, так? Кстати говоря, Макрон вот этого своего молодого человека, так, премьером сделал, ну, я имею в виду в политическом смысле молодого человека, так, благодаря тому, что вот это было соревнование, новое поколение, так, в Германии, альтернатива для Германии сегодня поднимается, потом вот это новые левые, Сары Вагненхед, так, жена Лафонтена, Оскара Лафонтена, который стоял у истоков и был один из лидеров социал-демократической партии, со Шрёдером разругался и создал вот эту Линке, новых левые. Так она набирает, Сара Вагенкнехт. Вот. Так что, но тем не менее, они считают, что задача выполнена. Главная теперь задача вылезти из Ближнего Востока, вылезти из этой палестино-израильской трясины, из хамасовской трясины, так, без потерь. Вылезти так, чтобы не создать сейчас повод для, или нет, создать условия для большой войны с Ираном, решить вопрос с хуситами, так, чтобы они, активность была снижена. Вот. И переключиться на Тихоокеанский регион. На Китай, Тайвань, там они считают, что будет решаться судьба 21-го столетия. Все. Здесь их устраивает вот эта ситуация, как сегодня, ни войны, ни мира. Вот сегодня ситуация на фронте, в Украине, в России. Это ситуация ни войны, ни мира. Это полузамороженный конфликт. Больших наступлений, по крайней мере, не планируется. Я думаю, может быть, русские планируют наступление большое, но не сейчас. У них нет кратного преимущества для того, чтобы сейчас планировать большую войсковую операцию. Такую общевойсковую операцию. Мы, понятно, мы в обороне. Мы строим линию Залужного. Линия Мажино, или там Маннергейма, как угодно можно это называть, Суровикина, неважно как. Переходим в оборону, и задача только сейчас, стратегия, военная стратегия Украины. Только, как пишет Бёрнс, но я думаю, это было согласовано уже с Зеленским и Салливаном и Блинкиным во время Давоса, встречи в Давосе, мы переходим к такой стратегии на истощение России, показать высокую цену, высокие издержки продолжения войны России. Понятно, что мы тоже в ситуации, нас тоже будут истощать, они нас будут истощать, так, бить, показывать большую цену войны. Но дело в том, что эту цену войны платит Европа. Я думаю, мы перейдем еще. Да, так, обязательно. Это, платит Европа и частично Америка. Америка уже не хочет платить. А Россия должен быть советский народ, русский народ платить. Знаете, тут вот в чем задумка. Потому что если бы цена войны непосредственно ложилась на украинцев, то понятно, уже как бы и ситуация была бы другой, так мягко скажу. Так вот, вот поэтому что главное в этой стратегии? Оперативные какие инструменты, тактические инструменты в этой стратегии ни войны, ни мира, а большая огневая, боевая война, так скажу, на линии фронта, по всему фронту, она трансформируется в конфликт, территориальный конфликт высокой и низкой интенсивности. Кстати говоря, я вот знаю, там будут писать, как вы потеряли территории, Путин выиграл, у вас 17%. Путину не нужны территории, ему нужна Украина. Ему нужно, чтобы Украина не была прозападной, чтобы она не была членом НАТО,
и, возможно, членом Европейского Союза. А вот этого пока нет. Поэтому, раз, если сам Путин говорит, что проблема не в территориях, что территории не интересны, то скажите мне, это что, большая победа 17% для него? 17% оккупированной территории в Украине, это что, победа для него? Я не говорю, что для Украины это хорошо. Я не говорю, что это хорошо, что это победа Украины. Так? Но и говорить о том, что это абсолютное поражение Украины или абсолютная победа в России, абсолютно неправильно. Абсолютное поражение Украины – это когда Украина в сфере влияния России и полностью отрезана от Запада. Тогда. А для Путина полная победа означает то, что Украина полностью подчинена ему не как территория, а как государственность. Люди, вразумитесь! Вразумляю вас, еще раз, обратите внимание, территория и государство не одно и то же. Хотя, конечно же, государство всегда это определенная территория, территориальные границы. Но государство может существовать и в каких-то суженных границах, временно. Понятно, в истории временно понятие такое. Это не день, не два, не год. Но не путайте территории и государство как субъект международного права, как субъект геополитики, как субъект мировой политики, субъект международных отношений. В этом смысле, да, нету победы. И у нас, конечно же, мы сохранились, мы субъект, да, с помощью Запада, и понятно. Войны коалиционные сейчас, не надо мне рассказывать. Что вот вы, если бы вы там без этого, вы бы не смогли бы. Ну и хорошо. А Россия разве не помогает Корея Северная, а Китай? Который нефть покупает, или Индия, который нефть закупает. Это что? Война – это же экономика. И если вы уходите из-под санкций, потому что у вас есть коалиционные партнеры в экономическом плане, не в военном плане, а в экономическом плане, значит, это что же надо учитывать? Или Иран, или хуситы, которые фактически прокси Ирана, но фактически сегодня пытаются истощать морские коммуникации англосаксов, англичан и американцев. Ну это что же, как бы. Поэтому война коалиционная. Они всегда были коалиционные. Антанта, Первая мировая война и центральные державы, как говорили тогда. Или антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне, так и это фашистская ось. Ну, то есть мы можем говорить, что да. Мировая война, она уже началась. Да, ну это коалиционные войны, а как иначе? Это в том-то и дело, что это много зависит от дипломатии. Потому что война – это не только генералы, это и дипломаты, и политики. Как вы работаете с своими партнерами коалиционными? А что Путин едет, например, в Северную Корею? Он, наверное, тоже едет как бы не только по военным делам, но и политическим делам. Потому что там замес начинается, на Тихом океане, Корейский полуостров и прочее. Так вот, я к чему это? Что американцы считают, что все, они эту задачу решили и будут выполнять. Теперь надо повесить бремя цены войны для украинцев на европейцев. Да, как раз один из комментаторов и пишет нам о том, что США уходят с Европы в том смысле, что пускай европейцы на себе Украину и тащат. Да, можно сказать, тащат, давайте... может тащат, но им же тоже, как бы, понимаете, если... Почему они тащат? Ну, это не с моральных побуждений, уже этого нет. Они тащат, потому что это тоже проблема их выживания. Потому что если поменяется в Европе, элиты поменяются. Если американцы выйдут... Смотрите, вот американцы уходят постепенно. Возникает вопрос для европейцев. А чем заместить? Ну хорошо, если НАТО будет сохраняться, понятно. Американцы через НАТО – это зонтик безопасности для элит и для Европы, что она остается в сфере влияния Америки. А если Трамп придет? И тогда по всей Европе появятся свои Орбаны. Что же там? Ле Пен во Франции, например. Сара Вагенкнехт в Германии. ФРГ, так? Вот. Орбан, Фица уже есть. Орбан уже есть. Угу. Ну, поляков Качинские, там сказать, тоже. Но они, конечно, антирусские, но тем не менее. Вот. Все. Британии, ну, а Британия, она остров. Поэтому тут не все так просто. Это тоже, как бы, сейчас, так вот, многие же в Европе думают над этим. Не случайно Борис Джонсон написал колонку, что не надо бояться Трампа, так? Причем надо готовиться к тому, нет, так сказал, что надо готовиться к тому, что Трамп может победить в Америке. Так вот тогда, если Америка уйдет, а вакуум силы не будет чем-то заполнен, если Америка и дальше будет сворачивать свое присутствие в Европе. Кто заполнит? Китай и Россия заполнят.
если у них будет возможность. Вот и все. А это уже, и вообще, если тогда не будет, скажем, какого-то большого игрока, который может держать этот очень сложный субконтинент Европы, я имею в виду Западную Европу, Восточную Европу, под каким-то контролем, это беда может быть. Ну, такого же игрока сейчас и нет. Да, совершенно верно, потому что раньше немцы, была ставка на немцев. Угу. Почему нас, ну, немцы сейчас? Потому что так начнутся внутренние противоречия, которые спали вот эти все годы в Европейском Союзе. Кстати, сам Европейский Союз создавался для того, чтобы не было войны в Европе. С чего начинался Европейский Союз? Франко-германского союза. Так вот сейчас Франко-германский союз уже не может быть основой Европы. Почему? Потому что британцы начинают сюда подтягиваться. Дальше, Северная Европа. Посмотрите, кто больше всего дает сегодня военной помощи Украине? Северная Европа. Дания, Норвегия, финны. Финляндия и Швеция. Это уже целая субевропа, северная субевропа, у которой, как бы так, свои интересы на будущее по Арктике. И главный конкурент там Россия, особенно если взять Норвегию, например. Швеция, понятно, старые исторические обиды за разгром Шведской империи под Полтавой Петром в 1709 году. Да, по-моему, 1709 год. Да, битва под Полтавой была. Свои, потому что если бы шведы Карл победил, король, из династии Ваза, так Швеции. Так Швеция сегодня не была бы 9 миллионов человек. Мы не знаем, какой бы она была. Это ж, знаете, старые обиды. Финляндия старые обиды тоже. А вот сейчас, скажем, самое слабое звено в Европе с точки зрения американских интересов, нынешних, точнее так, нынешних американских интересов, администрации Байдена, глобалистской элиты Америки, не нативистской, нативной элиты, ну, то есть этой, как его, внутренней, или чисто американской элиты, вот, которую представляет Трамп, а вот этой глобалистской элиты, главная это, проблема – это Орбан. И что будет с Германией? Потому что, с одной стороны, они пытаются сделать Германию, опять-таки, кошельком помощи Украины, вообще, как бы, какой-то стабильности в Европе, и чтобы Германия продолжала быть кошельком Европейского Союза. Но с другой стороны, они для того, чтобы подчинить Европу, прежде всего Германию, отрезали им энергетику от России, дешевые энергоресурсы от России. А, кстати, как вы воспринимаете эти заявления или мнения о том, что следующим канцлером Германии может стать Писториус, поскольку это будет некий символ сильной Германии? По поводу сильной Германии сейчас скажу. Писториус может быть. Но это партия решит, социал-демократическая партия. Так? Во-вторых, не надо Писториус. Во-первых, по отношению к Украине занимает позицию такую. Он же как-то сказал. Мы не ваши союзники, чтобы вам тут... вам не обязаны. Да. Потому что мы не ваши союзники. Вы не наш союзник по НАТО. Это раз. Во-вторых, он же все-таки выходец из шрёдеровского пула. Как и Шольц, между прочим. Просто они маневрируют. Немцы помогают нам, потому что на них давят все. Поляки давят. Они вот это еще чувство вины свою. Потому что они очень осторожно хотят возрождать Германию. Потому что они понимают, если они сейчас бы открыли все свои карты по возрождению Германии, вся бы Европа сейчас бы начинала бы выть, потому что память о Первой мировой войне, Второй мировой войне, она остается. Хотя немцам сейчас проблема с экономикой. Как они могут быть кошельком Европы и особенно новоприбывающих стран. Они же всех поднимали. Варшаву, ну, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию. Это все же немецкий капитал. Германский, австрийский капитал. Австрийские и германские банки. Грецию, посмотрите, греческий кризис. Когда был. Да, греческий дефолт. В 2015 году. Вот эти все. Это все же Германия. Она мотор экономики была. Европейского Союза. А теперь, когда у них деиндустриализация идет, потому что нету очень дорогая экономика, издержки повышаются. Понимаете, экономика сильная тогда и конкурентна, когда у вас издержки снижаются, производство. А тут наоборот, издержки повышаются, потому что цена на энергетику возрастает. И, конечно, это закладывается в продукцию, это дорого.
Поэтому сокращается производство, идут забастовки сейчас, доходы снижаются. Поэтому сегодня бастуют железнодорожники, завтра будут бастовать там химики. Ну, фермеры мы видим, да. Фермеры это в Германии больше, ну, то есть во Франции и Западной Германии, частично в Бельгии. А почему? Потому что Европейский Союз, когда началась война, дал Украине возможность беспошлинно поставлять свою продукцию. Так? Европейским. Это что, курятина? Ну, это аграрка. Курятина и переработка пищевая, плюс зерно. Торговые, оно дешевое, тем более беспошлинное. Оно дешевле у нас производится. Торговые сети, французские, например, это выгодно. Потому что выгодно быстрее. Ну, чем дешевле, тем больше купят. Тем больше купят. Но местные фермеры от этого страдают. И они что говорят? За наши деньги, за наши налоги мы содержим Украину, которая поставляет беспошлинно продукцию, например, курятины там, или сыры, например, так. И получается, что мы тут только финансируем аграрный экспорт Украины, который вытесняет нас из нашей продукции, вытесняет из национального рынка. Поэтому вот они и бастуют сегодня. Поэтому сложности с этой экономической и финансовой помощью. Владимир так еще, сейчас буквально по Европе. Так вот, Трамп, так, если придет, если Трамп приходит, он же сколько раз говорил, что НАТО, хотите НАТО, платите сами. Значит, надо увеличивать будет затраты. Это вкладывается в бюджеты. Это вкладывается в себестоимость другой, любой продукции. Тем более надо будет свой ВПК создавать, учитывая то, что они готовятся, ну, к войне с Россией. Или длительной холодной войне с Россией. Надо же будет ВПК поднимать. Надо будет. Дальше. Что? Поэтому тут возникает вопрос, а что дальше будет? Идет сейчас борьба франко-германской Европы. И если Трамп придет, это не значит, что он, скажем так, отстанет от Европы. Просто он сделает как? Америка, Британия, Польша. У Трампа какая позиция? По Украине, Европе, Польше. Украина не наша сфера. Поэтому он говорит, я войну остановлю, посажу Зеленского, Путина, они договорятся и все. Это не наша проблема. Наша проблема только закончить войну. Главное у них Варшава. Варшава, ключевой форпост Америки. Трамповской Америки в Европе. Это раз. Во-вторых, Германия нет. Почему? Потому что Германия, как он считает, это гнездо либерализма и глобализма. Там миграция, там всякие повестка, ЛГБТ-повестка, то, что у Байдена сейчас. Так, в Америке, байденовской Америке. То есть это то, что называется, скажем так, ЛГБТ-плюс-повестка глобалистской прогрессистской элиты, против чего Трамп борется в Соединенных Штатах Америки. Поэтому для него Германия – это гнездо либерализма. Поэтому не на нее ставка. Ставка на Британию, Польшу, прежде всего. Но интересно сейчас возникают такие новые изменения. Германия, если даже… Что Германия будет делать? А Германия уже сегодня понимает эту игру вместе с Францией. Что их, особенно если Украину, если Украина удастся дальше продвигать, они тоже начинают Украину перетягивать на свою сторону. Поэтому Шольц выступает за расширение Европейского Союза и включение Украины. Дальше. Германия начинает тоже смотреть на Восточную Европу, на Прибалтику. Не случайно сейчас ввели бригаду немецкую в Прибалтику. Там примерно 4 тысячи человек. Это начало. Не хотят британцам отдавать и полякам отдавать Прибалтику. Так, Литва, Эстония и Латвия. Дальше, что немцы делают. И вот эта связка Вашингтон-Лондон, Варшава против Парижа и Берлина. Правда, в последнее время британцы французов на себя. Плохие отношения у Макрона и Шольца. И Франция не знает, куда себя деть. Ну, а при этом страны Балтии куда? А куда? В немецкую сферу влияния. Или американская, если будет. Так, да, атлантическая. Либо немецкая сфера влияния. А чья она будет? Польская? Прибалтика так, между немцами и русскими. Как было. Всегда какая была борьба в Европе? Британия, два фланговых государства. Россия, Британия и в центре Германия. И плюс Франция, плюс Австро-Венгрия. Все, между ними шла вот эта вся игра. Так вот, если сегодня американцы будут постепенно выходить из Европы, с Украины, Германия остается
Но у нас сегодня слабая. Британцы начинают усиливать свою военную составляющую. И немцы должны усиливать свою военную составляющую. Вопрос только в том, где найти людей. Люди не хотят. Уже настолько там прошла Первая мировая война, Вторая мировая война, что там пацифизм внутри. Никто не хочет воевать. Никто не хочет в армию идти. Никто не хочет. Это то, что называется в литературе военной постгероическая эпоха. Постгероическая эпоха. И там орденом славы, или там орден какой-нибудь там за заслуги, или там тем более орден звезды героя, никому это не надо, никто не хочет. Спецназ, да, но это отдельная история, спецназ, да. И тем не менее, Европа пришла в движение, начинается как бы медленно, но восстанавливается ВПК. Вот. И все это в 24-м году. Мы в конце 24-го года, на выходе 24-го года, мы поймем, как дальше будут, какие дальше тенденции развития в Европе, в мире будут по результатам 24-го года. Это, а что за результаты 24-го года? Первое. Это кто выиграет выборы в Штатах? Раз. Дальше. Какая ситуация будет в Украине? Чем закончится война в Украине? Два. Так? Дальше. Закончится. Два. Третий момент. Какие будут результаты выборов в Европарламент? А это маркер того, настроение элиты, настроение избирателя в Европе и так далее. Три. И какая внутренняя ситуация будет во Франции, в Германии? Так? Восточная Европа, ну, тут понятно. По итогам выборов, да, в США можно сделать вывод, будет ли существовать НАТО и в том же формате, в котором оно существует? Оно, по-любому оно будет в другом формате существовать. Вопрос только, как это быстро изменения пройдут. Знаете, в каком формате будут изменения, перемены? Вопрос не в том, в каком формате будет Европа и НАТО, а в каком формате будут перемены. Резкие перемены, радикальные перемены или что. Но вот этот год, он как раз даст ответ на этот вопрос. Какие перемены? В каком формате они будут? Как быстро все это пройдет? И вообще, пройдет оно или нет? Сможет ли, грубо говоря, Европа перейти на или вернуться в героическую эпоху? Грубо говоря, вернуться в индустриальное 19-е столетие, когда были большие национальные европейские армии. А что такое армия? Это не только школа, или точнее, не только инструмент войны. Это школа патриотизма, школа формирования национальной идентичности и так далее. Как вы думаете, много из мусульманской умы во Франции, так? А там примерно, или там в Германии, например, так? Пойдут воевать французскую армию, призывную армию. Или вообще будут готовы воевать? Нет. А я сомневаюсь в этом. Почему? Потому что для них это территория проживания, а не родина. Не случайно вот Эрдоган собирается поддержать партию, создание партии, которая была основана на турецких, бывших турецких гражданах, эмигрантах. Потому что примерно 10 миллионов турок проживает сегодня в Германии. Из 83 миллионов жителей Германии. По-моему, 10 миллионов, если я не ошибаюсь. Нам можно перепроверить, но цифра достаточно высокая. Вадим Юрьевич, я предлагаю в то же время поговорить о неких итогах, то, что мы имеем на сейчас, имею в виду 1 февраля, и уже многие пользователи пишут, о, деньги будут продолжать дальше воевать. По информации, 50 миллиардов от Европы, все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета Европейского Союза. Так сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, но там есть, как обычно, нюанс. О том, что 17 миллиардов – это гранты, и 33 миллиарда – это все-таки кредиты. Ну, да, мы же с вами, да, вне эфира, вне кадра говорили, вроде, да, бы кредиты, удивили, да, в принципе, на другое не рассчитывали. Ну, мне кажется, в целом мы можем еще и говорить там по информации, что через год будет пересмотр. Во-первых, да, пересмотр. Но с одной стороны, это хорошо, лучше меньше да лучше. Как писал классик один, у него есть такая работа, лучше меньше да лучше. Это раз. Но в данном случае лучше столько, чем нисколько, перефразирую. Это первое. Во-вторых, будут пересмотры. Почему? Потому что нет уверенности, что с Европой будет и что со странами будет. Конечно, можно сказать, Орбан выбил. Но я вам говорю, что если бы с ним не были согласны в этом, просто ему дали возможность артикулировать эту проблему, быть таким мальчиком для битья, на которого можно все списать, что это он, Орбан, этот Орбанище, ну что с него возьмешь? Он такой и есть, извините, в семье не без урода там и так далее, и так далее. Но на самом деле они его поддерживали, просто они не хотели это открыто сказать, потому что они не знают, что будет через год. Тот же Шарль Мишель,
который объявил об этом, он же баллотируется в Европейский парламент. Он так же уходит. Уже была информация, что вроде бы сказал, не будет. Ну, не знаю, но они же уходят все. Они же уйдут. И Урсула уйдет. Да. И все уйдут. И никто не знает, что будет с Европой. Никто не знает, что будет с Америкой. Скажите, кто-нибудь знает, кто выиграет выборы? Трамп или Байден? Или кто-то третий? Кто-то может сказать утвердительно? Но на данном этапе очень сложно это сказать. Дальше пошли. Кто-то может сказать, как бы, чем окончательно война закончится? Где она закончится и как она закончится? Никто не знает, между прочим. Что, в каком формате? Конечно, там могут люди, которые, скажем так, занимаются функцией болельщика, знаете, как болельщики, они лучше знают тренера, как надо в футбол играть, чем игроки. Так, но почему-то трансферы платят игрокам и тренерам, а не болельщикам. Знаете, в чем дело? И им доверили это дело, а не какому-то известному фену там, или фану клуба, да, который знает, как голы забивать и как надо играть. Так вот, никто не знает это. Кто-то скажет, нет, это закончится там полной победой того. Никто не знает, где оно, как оно. Кто-нибудь знал, чем закончится Первая мировая война? Не знал. Дальше идем. Но ж тем более сейчас все в движение пришло. Война повсюду. Конфликты повсюду. Прокси. Знаете, вот Россия, Иран и хуситы. Ну это что же как бы? Допустим, мы там это... потопили ракетный, как там, ракетоносец. Катер какой-то, да. Да, как там называется, я не помню. Да. Потопили. Ну хорошо, а эти хуситы потопили американский торговый корабль. Ну, конечно, торговый корабль не ракетоносец. Все-таки военная, может. Но тем не менее, вот такая вот будет игра. Но главное, что они закрыли, перекрывают морские коммуникации, и британцы, американцы не знают, что с этим делать. Что с этим Йеменом делать? Людьми, которые воюют в тапочках и. Ну, у них это, скажем так, национальное блюдо, курят какую-нибудь там коноплю. Ну, ихнюю, я не знаю, как она называется у них. Но это их национальное блюдо, а не просто там какая-то перверсия и так далее. Вот оно все такое сегодня. И, можно сказать, гегемон, он сейчас на растяжке, он не знает и не понимает, что делать. Вроде бы, казалось, такой вопрос, а при этом они понимают, он что... Он уже не гегемон, даже признал, Бёрнс признал вот в этой статье шпионаж в эпоху как там? Государственное, да. Да, государственное или изменение. Устройство. А? Государственное устройство. Да, шпионаж и государственное устройство. В эпоху там что-то. Угу. Уже признал. Что мы уже не можем контролировать все. Там так какая-то фраза есть. А главные наши задания три. Враг Россия и стратегический конкурент примерно Китай. Он же не сказал, что мы как бы... Да, мы ослабили Россию, мы ее там не дали ей Украину, но она остается серьезным, стратегическим конкурентом, противником, врагом. Все. Так вот, гегемон тоже все не может. Если бы он был гегемоном, так он бы мог держать и Украину. Деньги дал бы. А как он может сейчас деньги дать? Смотрите, как может быть гегемон страна, если у нее внутри проблемы? Если у нее штаты и центр, когда центр и регион, они могут договориться. Если у них Конгресс заблокировал, ну, решение... Гридлок, как они говорят, ну, в Америке, да, статьи там, American Review, Political Review есть, American Political Science, такие журналы, там гридлок это вот их термин. Так вот, почему? Потому что решение, бюджета же нету до сих пор, они временные принимают бюджеты для того, чтобы финансировать правительство, ну, управление государственное, чтобы не оставить вот это шатдаун, как они говорят, а, когда... Нет финансирования. Но закрывается. Это ежегодно. Да, но они же как бы бюджет. Поэтому как они, если они не могут принять решение по границе, по Украине, по Израилю, по Тайваню? Почему не могут принять? Потому что столкнулись две партии, столкнулись два кандидата в президенты. Все, значит, уже не гегемон. Если у вас внутри что-то поломалось, у вас дефект политической и конституционно-федералистской системы. Если штат игнорирует указы президента из Вашингтона, решение Вашингтона, даже решение Верховного суда. Если там есть национальная гвардия в штате своя, а Вашингтон пытается, или указ Байдена, национализировать или федерализировать эту национальную гвардию, чтобы она подчинялась центру. Так что это? Какой же вы тогда гегемон? Вы у себя не можете порядок навести.
Как же вы можете навести этот порядок, например, там, в Украине, там, где-то еще в Польше, в Германии и так далее? Вот же вопрос в чем. Конечно, да, Нуланд послали, еще так возвращая, для того, чтобы показать, что мы не забыли, что мы помним про вас, но сейчас нам не до вас. Вот так бы я сказал. Помним про вас, но сейчас нам не до вас. Спикер же Палаты представителей, да, Майк Джонсон уже сказал, что Конгресс США, вероятно, разделит выделение помощи Украине и усиление южной границы. Ну и многие уже сказали, что это не очень хороший сигнал все-таки. Интересный вопрос был от зрителя. А что значит нехороший сигнал? Ну ладно, давайте зрителя, а потом вернемся. Да, зритель – это приоритет зрителю. Да, интересный вопрос спрашивают. Деньги дают для войны или для мира? Смотрите, деньги дают для функционирования государства. Для мирной жизни в условиях войны. Деньги на войну идут с доходов государственного бюджета Украины. Все доходы государственного бюджета Украины – это акцизы, налоги, импорт и что-то производство внутри. Это все идет на войну. На закупки оружия, на производство оружия. Бомбят русские, не бомбят русские, но ВПК – оживает, что-то производится, дроны производятся, вот которыми сегодня поразили этот ракетный, как там, ну, ракетоносец, да, поразили. Значит, производятся эти дроны морские. Так, вот, на закупку оружия. Дальше, вот это все деньги, которые Европейский Союз и должны были американцы дать. Это все на функционирование государства. Что это такое? Государственный аппарат, силовые структуры, полиция, службы, там, так далее, разведка. Дальше. Это школы, больницы, инфраструктура, муниципальные органы. Ну, например, мы же видим, детские площадки построены, так, новые. Вот я вижу по Киеву. Это же за деньги, понятно. Это же не наши деньги, это их деньги. Ну, почему? Потому что для того, чтобы жизнь продолжалась. Чтобы не было, чтобы все должны в окопе сидеть. Да, страна воюет, но у нее есть мирный тыл. Да, он небезопасен, потому что могут бомбить, но в нем жизнь продолжается. Понятно, есть города, где и там места прифронтовые, там тяжело. Но в Киеве, посмотрите, пробки. И такие как бы и крутые машинки ездят, между прочим. Да и рестораны вроде работают, да и людей много. Да и какие-то на шопинг люди ходят, смотрю. Так? Это вот, вот эти деньги. Почему? Потому что тогда цена войны, она не воспринимается простым обывателем. Страна проигрывает войну тогда, когда простой обыватель понимает, что цена войны высокая. Либо жертвы, погибшие и так далее, из твоего ближайшего окружения, особенно из семьи, либо нет денег, не за что жить. И ты живешь там на воде, на хлебе, где-то там в полуподвале и так далее. Следующий вопрос как раз просто в тему. Хватит ли этих денег для того, чтобы построить ту линию Залужного, о которой вы сказали? Не хватит денег. Во-первых, надо цемент, чтобы был. Так, производство цемента должно быть. Это же все надо цементировать, а не просто досками его. Оно сразу там. Во-вторых, денег не хватит. Почему? Потому что американцы, нет денег американских. Вот это, смотрите, давайте посчитаем. У нас сегодня дефицит государственного бюджета, вот именно на мирную жизнь в условиях войны, вот так я скажу, составляет примерно... Ну, кто-то говорит 37, но примерно 41 миллиард долларов. Это действительно где-то, может быть, там 38 миллиардов евро. Евро, да? Так вот, сколько мы получаем? Это на год. Сколько мы получили этих денег? Мы получили 50 миллиардов на 4 года, да? 50 миллиардов евро на 4 года. Это примерно сколько? Примерно в год у нас будет... Посчитать так 4, ну, считайте, там чуть больше, там где-то 15 миллиардов, по-моему, да, вот так. Ну, 12,5 получается. Да, 12, все, все. Мы не покрываем этот дефицит. Значит, где деньги искать? Первое, кто-то может добавить, ну, немцы могут добавить, там договорились, что они дадут. Дальше, Япония дала там 250 миллионов долларов. В январе, вот они единственная страна, которая дала Украине помощь, 250 миллионов долларов, по-моему, да. Вот они только одна страна дала. Но Норвегия, так, там даст. Еще можно, ну, еще где-то десятку набрать. С миру по нитке. Да, с миру по нитке. Ну, и все. Ну, может, американцы примут. Но пока я не вижу, чтобы американцы принимали. Почему? Потому что они уперлись в эту... Если дадут американцы, то дадут мало. Почему? Потому что то, что предложил Джонсон, Майк Джонсон, так, спикер Палаты представителей, это значит... Что если украинские
и миграционные вопросы разводятся, значит, можно рассчитывать на то, что мы получим какие-то деньги, но и миграционные как-то. Ну, вопрос границы тоже. Но вопрос границы, не в интерес, чтобы закрылся вопрос границы, это не в интересах Трампа. Трампу важно, чтобы этот вопрос качался до выборов. Вот и все. Поэтому, а Майк Джонсон, он человек Трампа. Более того, чем дальше Трамп будет набирать силу и голоса выборщиков в условиях праймерис, вот когда праймерис, так, сейчас будет этот Нью-Гэмпшир, и потом, по-моему, будет еще, и где-то в начале марта супервторник, когда там в 10 или 15 штатах будет. Тогда все будут понимать, что он кандидат от республиканской партии, что за ним сила, и республиканская партия ляжет полностью под него. И он все тогда. И республиканцы, которые могут, вот есть, допустим, там Линдси Грэм, республиканец, но не трампист, а не Окон. Так? Или там ряд еще конгрессменов, там Митч МакКоннелл, так? Глава лидер республиканского меньшинства в Сенате. Это все не трамписты, даже, я бы сказал, антитрамписты и проукраинские сенаторы. И выступали всегда, да. Но вынуждены будут сделать так, чтобы, ну, видя, что Трамп полностью под себя подмял республиканскую партию, и голос не будет слышал. Поэтому, конечно, остается проблема, где взять деньги. Поэтому деньги будут, но их будет мало. Значит, их будет меньше на больницы, на учителей, на преподавателей, на вузы, на школы, на муниципальные, на инфраструктуру, на поддержание. Знаете, города есть, надо же мусор вывозить, улицы убирать. Надо или нет? Надо, конечно. Дома надо тоже ремонтировать там и так далее. Это вот возник такой вопрос серьезный, между прочим. Но если вообще не дали денег, это вообще тогда было бы плохо. Потому что тогда цена войны очень высокая для мирных граждан. И тогда все. Начинаются всякие движения, телодвижения, надо сворачиваться, заканчивать и так далее. Но еще раз говорю, Европа сегодня не по моральным соображениям, а по чисто, там, скажем так, шкурным уже соображениям, вынуждена собирать эти деньги для того, чтобы, ну, по крайней мере, не было, как они говорят, победы Путина. Они хотят выиграть время, и они уже честно признаются, что они будут готовиться к новой холодной войне с Путиным. Начинается новая гонка вооружений в Европе. Для этого они хотят выиграть время, в том числе за наш счет. Тут не то, это не значит, что они платят нам вот просто так. За наш счет они хотят выиграть время, перестроить свои армии, перестроить свои стратегические и тактические доктрины военные, перестроить ВПК, перестроить ментальность европейцев, что той жизни благополучной, расслабленной, постгероической, мирной и так далее, кайфовой не будет. Все, золотое 30-летие там Европы, все закончено. Смотрите фильмы 80-х годов, вот там, это, «Счастливая жизнь», как говорится. «Полицейский из Беверли-Хиллз», смотрите и все. Или там «Танго и Кэш», посмотрите фильмы, вот там все. Все, вот там эта вся «Счастливая жизнь», ее уже нету. Ну, может, там 90-е годы еще захватил. Вопрос Вадиму Карасеву. Угу. Почему Вашингтон, ну, то есть Нуланд, требует от власти Украины продолжения войны? Она привезла оружие, но не привезла предложение по перемирию. Ну, во-первых, она и не может привести предложение по перемирию, это не тот ее уровень. Во-вторых, она не требует войны, это два. Потому что, опять-таки, и статус ее не тот, и, во-вторых, она открыто так не говорила. Она хвалила украинский народ за героизм, проявленный по защите своей территориальной целостности, независимости и так далее. Это два. Вот. Третье, она приехала с инвентаризацией своего политического хозяйства, американского политического хозяйства. Какая диспозиция политических элит, ситуации во власти, ситуация между армией, военными и политиками. Я не думаю, что она примчалась сразу, как бы вот узнали, что вот этот казус Залужного, недоотставка Залужного, сразу ее отправили, езжай. Да не так делается просто. Поехал, сорвался, ничего себе. Еще и на поезде ехать. Да? Но этот визит, наверное, готовился. Так?
еще раз, показать, что пока в Америке помощь Украине зависла, финансовая помощь для покрытия дефицита государственного бюджета, мы вас не забыли, мы вас помним, мы про вас помним и так далее. Главное, чтобы вот. Не было «помним, любим». Да, да. И теперь тут как бы подвалила вот эта вся история. Вот, вся эта история с заложенным президентом и так далее. Я думаю, что она попросила не качать эту ситуацию, хотя я думаю, что все-таки Зеленский рано или поздно найдет время для того, чтобы как-то решить проблему с главкомом. Кстати, вас уже и спрашивают, и, друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, у вас есть прекрасная возможность, вы можете и задать вопрос Вадиму Юрьевичу, не забудьте также этот стрим, этот эфир поддержать вашим лайком и поделитесь с друзьями в социальных сетях ссылочкой на этот эфир. Вопрос такой, может ли, по вашему мнению, Залужный стать президентом на следующих выборах Украины? Что значит может? Может. Любой может. Есть шансы у него, есть шанс. Если будут выборы в ближайшее время, если он сохранит свой рейтинг. Если его уволят, ему тяжело будет. Почему? Ну а как вообще вести публичную политическую деятельность в условиях отсутствия публичной политической деятельности? Так. Когда политики нет, телевизора нет, митинги запрещены, встречи запрещены. Поэтому это тяжело. То есть вы думаете, если его уволят, он все-таки уходит в некое небытие политическое? Есть такое. Поскольку другие считают наоборот. Если его действительно уволят, он получает некий как мандат доверия от народа, и все станут, скажем так, вокруг главнокомандующего ныне пока. И это наоборот еще подогреет интерес. Смотрите, давайте действительно, что тут важно? Заложена действительно альтернатива Зеленскому. Это раз. Он только один. Я не говорю, по какой причине, но он один только. Хотя, это его так как бы и элита тоже, которая недовольна многими вещами, не войной, а недовольна многими вещами, которые идут внутри политики, и то, что власть монополизирована, информационная и так далее, что как бы Зеленский ведет войну сам, своей командой. Как он сказал, 5-6 менеджеров у меня, вот и все, я их не могу трогать. Вот он ведет войну. Все остальные только или принимают законы в Верховной Раде Украины, либо на обочине политической жизни. Многих это не устраивает. Из старых элит. До военных элит. Кто такой довоенные элиты? Порошенко, Тимошенко, Кличко. Да даже я бы не исключал ОПЗЖ Бойко. Еще кто-то. Да? Они же есть. Может быть, меньше всех тут недоволен Бойко, потому что тут как бы ситуация еще та для них. Но! Они не могут быть альтернативой Зеленскому. Они могут в оппозиции быть. Во время войны это очень сложно быть в оппозиции власти. Это надо очень грамотно действовать. Чтобы тебя не обвинили, что ты оппонируешь не власти, а государству. Что тут тоже, как бы, понимаете, есть нюансы. Ты оппонируешь не политикам, а ты оппонируешь государству. Всегда можно обвинить. Как во время войны тут критикуешь меня, и все. Поэтому очень аккуратно надо действовать. И во-вторых, они из старых. У власти всегда, например, команда Зеленского, если кто-то сейчас будет претендовать и будет выступать что-то, и будет как бы показывать свой характер, и не соглашаться с президентом, скажут, Андрей, кто он такой? И еще будут на президентские выборы думать, скажут, а кто они такие? Они довели нас до войны, они армию не создавали, они там коррупционеры, всегда вот это все. А вот у Залужного нету политических гирь. Знаете, в чем? У него, он свободен, у него нет гирь прошлой жизни политической. Он никогда не был в элитах, никогда не был в политике. И на него никогда, по крайней мере сегодня, на данном этапе, не можно повесить какие-то грехи политические. Да, можно написать, что он там как бы это... Как там написала одна, что он там любит выпить? Угу. Хорошо. Лишь бы не нюхал, как говорится. Так, пусть пьет. Уже к этому, знаете, уже все это привыкли. Сейчас вообще можно каждому все, что угодно написать, приписать. Да и пусть оно гуляет. Люди же на это не реагируют, между прочим. Не реагируют люди. Как дедушка Крылов писал. Пей, но дело разумей. У Крылова в басне. И все.
Какая разница? Ты в политике главное или там в любом деле? Ты профессионал или нет? Ты профи. Ну хорошо, можно быть чистеньким, трезвенником, вообще там сказать. И что? Не за это политиков ценят, а за то, как они защищают интересы государства и как они, какие они эффективны либо неэффективны в этом. Тем более сейчас, в этом мире, ради бога, во-первых, все что угодно можно написать, у каждого есть право на свои 15 минут славы что-то сказать. У каждого есть право. Что мы можем сделать с этими гаджетами? Мы что, людям рты будем закрывать? Пусть говорят. Чем больше будут говорить, чем больше будут обвинять, тем больше к этому будут все привыкать. Знаете, когда ты не привык, когда это голос обвинения или какого-то клеветы, он единичен, это воспринимается как какой-то скандал. А когда льется большим потоком против тебя политика, какая-нибудь грязь, искупайся, это преврати эти грязи в лечебную грязь. Знаете, как на курортах. Вот и все. Мой совет. Так вот, он альтернатива. Он единственный, да. Альтернатива. Потому что старых всегда можно обвинить в чем-то, и вот ты ни в чем не обвинишь. А Залужный вообще говорил о своих амбициях? Может, это ему все мы приписали? Нет. Ему приписывают амбиции. Лично он никогда ничего не говорил. Но когда некоторые, скажем так, пропорошенковские или там другие там всякие блогеры, эксперты говорят, Залужный – це символ супротиву, це символ героизма України. А чё он символ? Я не понял. А я так думаю, а если бы Зеленский уехал в первые дни войны, что бы было бы? Тут не надо играть этими словами. Да, он выполнил свою работу, как главнокомандующий. Он делал то, что надо делать в этих условиях. Как и Зеленский делал в этих условиях. Не надо тут символами. А что, получается так, только один герой у нас Залужный, а все остальные не герои. Вот они создают это все, подогревают. И у некоторых возникает ревность. Ревность возникает. Что почему так? Почему не так? Тем более, я же не буду сейчас говорить, были ошибки у главкома, что в армии так все хорошо. Но в принципе, я против того, чтобы сейчас этот конфликт разрастался. Он не на пользу идет. Это два. В-третьих, что касается политической деятельности. Смотрите. Был Марчук, премьер-министр Украины. В 95 году Кучма его увольняет за создание политического имиджа. Все говорили, нет, Марчука нельзя, это же он будет президентом. Он не стал президентом. Кучма стал президентом. Но убрал опаснейшего конкурента. Почему? Потому что Марчук премьер-министр, а он выходец из силовых структур. Это с КГБ, а затем СБУ. Это единственная силовая структура, которая обладала силой на тот момент, по крайней мере. И что? Ну что, у Марчука премьер-министр, а глава СБУ его человек Маликов. Там еще Хоменко был, по-моему, в Днепре, глава областного СБУ. Надо было что-то делать. Раз, все, убрали всех, убрали, почистили. Своих поставили, Радченко, по-моему, поставили тогда главой СБУ в 95 году. Премьера, министра Лазаренко, но потом, но этого не было таких как бы серьезных связей. Он попался на коррупцию и был осужден, как мы знаем, в Америке. Так? Вот это один способ. И Марчук так и не стал президентом. Хотя очень сильный, очень грамотный, очень тяжеловес политический. Я помню в одном кабинете в 99 году, когда шла предвыборная, президентская кампания Кучмы, так, в одном кабинете на банке, когда уже стало понятно, что во второй тур выходит Кучма и Симоненко, Марчуку предложили должность секретаря РНБО. Ну, для того, чтобы он поддержал Кучму, усилил. Я спрашиваю, второй человек или третий человек, Вера. Говорю, как же он же сильный, я говорю, Марчук, как же он так, не смог додавить. Он говорит, против системы не попрешь. Угу. Против государства, он говорит, очень трудно оппонировать и воевать. Я помню еще с детства это известное объединение, да, которое по рекламе потом вилось просто в память. Карачук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Тасуркес. Ну, это было, по-моему, СДПУ, там что-то такое было, да. Но это в начале было, потом уже это другое СДПУ было. Так вот. Но есть другой пример. Ющенко, которого в 2002 году отправили с поста премьер-министра. И он, когда выходил, забирал шмотки, вещи свои с кабмина, он сказал, я сейчас повернулся. И повернулся, между прочим. А почему? А государство уже было не то.
Уже народ был не тот. Уже было сформировано движение под него, национал-патриотическое движение вот это, так, правоцентристское. У меня, кстати, выходила как раз в то время статья в газете «День» называлась «О правоцентристском повороте», я писал, да? А название статьи было «Россия-Украина. Общая судьба элит заканчивается». Все, тогда стало понятно, и с этого момента началась вот эта вся история наша. Так вот, а государство было уже другое. Тогда оно было расшатано делом Гангадзе. Так? Дальше. Кольчужным скандалом. То есть Украина уже была беременна революцией. В 95-м еще нет. Запас советской прочности, постсоветской прочности, был такой, что государство было трудно выиграть у государства. Тем более второй срок Кучмы. А если бы Кучма на третий срок, не думаю, чтобы Ющенко выиграл. Но поскольку уже Янукович был, они, кстати, были друг друга заинтересованы, потому что Янукович понимал, что он выиграть может только у Ющенко, а Ющенко понимал, что он может выиграть только у Януковича. Ну, как там, дважды судимый против нацика. Красно-коричневый, или как там, коричневый, да? Примерно. А если бы пошел Кирпа, Кравченко и Тегибко, ситуация могла бы быть по-другому. Но тем не менее, вот такая история. Так вот сейчас у меня вопрос. Увольняем Залужного. Ну, увольняет президент. Он по линии Марчука пойдет или по линии Ющенко пойдет? Неизвестно. Неизвестно. Почему? Потому что вокруг него собираются все недовольные. Он символ, знамя недовольных тем, как ведется война, кто и как ее вести дальше, что дальше делать и что делать после войны. Многие недовольны, потому что мы во время войны начинаем эволюционировать из, да, слабой, да, не, такой полухаотичной, коррумпированной, но все-таки демократии в коррумпированную, хаотичную автократию. Ну, то тоже так ставят вопрос. Вадим Юрьевич, а подскажите, вот ваше мнение, вы верите в эту версию десятилетки или это все-таки из серии какой-то конспирологии или какого-то заговора? Я о чем веду? Неоднократно слышал о том, что, видите, сбор этих недовольных, он происходил 2004-й, 2014-й, ну, да. Только там по другой причине, да, были, но да. Потом мы обвинили. И вот говорят, что в 2024-м тоже может быть, поскольку вот война, недовольство, выборы. Все правильно, нет. Десятилетки. Да, да. Давайте начнем с 94-го года. 93-94 год, забастовки шахтеров, начало ИО премьера Ефим Звягильский, а требования досрочных выборов, принимается решение поздней осенью 93-го года о досрочных выборах Верховной Рады Украины и досрочных выборах президента. Не забывайте, в 94-м году были выборы в Верховную Раду Украины и досрочные выборы, президентские досрочные выборы. Первое. Дальше берем 2004 год, дальше берем 2014 год и дальше берем 2024 год. Чему это я говорю? Это очень важный момент. Потому что уже 30 лет страну колбасит. Ее постоянно какие-то смуты, войны, революции, майданы, бунты. Вообще украинская история политическая – это эпоха восстаний, бунтов, революций и войн. Ну, если взять, как бы, посмотрите, там, с Хмельниччины и так далее – какие-то Олекса Довбуш, там, да еще какие-то, на Поділлі эти все, так сказать, так. Крестьянские восстания, бунты тоже, сколько было. Так вот, мы берем постсоветскую историю, что вначале был запас прочности государства. Я к чему это веду? Государство было. Да, оно было еще обременено там и на гире этой советскости, советчины и так далее, но оно было, оно управляло. А вот начиная, особенно с 2004, начиная с начала 2000-х годов, делом Гангадзе, дело о Кольчугах, кризис Тузлы, в чем с одной стороны американцы работали, с другой стороны русские расшатывали. И, конечно, наши тут тоже как бы, ну, с делом Гангадзе, Обычно. Понятно, это внутренняя тема. Пленки Мельниченко, повстань Украина, ну, 2001 год, март месяц, 8 марта, 9 марта, как берут приступом администрацию президента, ворота брали. Так? Повстань Украина. Это же называлось так. Повстань Украина. А в 13-м году, Яценюк, когда Тимошенко в тюрьме была, как называлось это? Тоже Повстань Украина. Когда они проводили и перед Майданом вот эти все митинги по всей стране. Повстань Украина. Вот это повстанческое сознание,
повстанческая ментальность, она убивала государственность Украины на корню. И вот мы пришли к тому, что сейчас эта государственность висит на волоске, между прочим. Поэтому мы воевать-то не можем сами, потому что у нас ни ВПК своего нету, ни индустрии нормальной, которая бы быстро перестроила. Потому что все деградировало, все разрушалось. Потому что мы будували нацию. А надо будувать государство. Потому что государство – это все. Будет государство – будет нация. Не будет государства – нации не будет. Будет определенная этническая группа и народ. Понимаете? Надо прежде думать о той территории, которую мы получили, надо думать вот, прежде всего об управлении. Поэтому я всегда говорил, я сторонник государственности. Это слово «этат» французское – «этатист», «этатизм» прежде всего. А национализм – это немножко другое, между прочим. И оно локальное больше для Украины, это более локальное явление. И этот национализм, между прочим, который был в формате западноукраинского регионального национального проекта и понимания, что такое государство, так сказать, в львовском формате или в западноукраинском формате, оно противоречило и подтачивало, подмывало, размывало государственность, вот эту большую украинскую государственность. С ее авиастроением, автостроением и так далее. Вы думаете, что коррупция тут расцветала? Когда у вас нет национальной идеи, государственной идеи, кто поверит в государство? Верит только в то, что надо снять деньги и куда-то уехать жить. Обратите внимание, я бы провел хорошее исследование. Сколько бывших чиновников живут за кордоном? Вообще уехали. Сколько их было народных депутатов, министров, премьер-министров? И они где они проживают? Даже давно сюда не приезжают. Давно уже забыли это все. Откуда у них появилось? Не беженцы, вот, которые в 22-м году, а еще до войны. Я к чему говорю? 30 лет, все, нам надо одуматься, очухаться, так говорится, так почухать голову, потылицу и сказать, что если мы сейчас опять будем заниматься тем, чем мы занимались даже во время войны, мы потеряем государство и все вместе. Понимаете, потому что войну выигрывают армии, а проигрывают, знаете кто? Политики. Политики, да. Политики проигрывают войну. Политическая система проигрывает войну. Главная сейчас задача – устойчивость государства, устойчивость государственности. И не надо эту устойчивость подрывать эгоизмом политиков, вот этими амбициями несчастливыми. Что думаете, только заложенный амбициоз? Да, он амбициозен, наверное, как военный. Это надо, знаете, это очень серьезная вещь. И вот эти 30 лет, это государство, ну, значит, деградировало, что оно не управляется. Да, теперь мы субсидиарное государство, это называется. Потому что если бы не было Европейского Союза или Западной коалиции, без субсидиарности, даже вопрос не в субсидиях денежных, а субсидии институтов, институциональная субсидиарность. Потому что мы бы не выдержали. Они же нас как бы и где-то там мирят, когда политики между собой грызутся. Или там где-то говорят, вот это надо так сделать, а это так делать. Я не говорю про войну сейчас, я говорю про политическую как бы составляющую. Где-то они выполняют функцию менеджерирования. Что мы сами не можем менеджерировать государственное управление на том уровне, который нужен. Поэтому это, знаете, войну мы проиграем тогда, так? Можем только в одном случае проиграть. Если мы проиграем государство. Оно станет failed states. То, чего так хочет Путин. Конечно, а мы хотим, чтобы они проиграли. Вот в чем война идет. Да. Сейчас война главная, это не столько на линии фронта, а сколько в тылу, у них и у нас. И они тоже это понимают. Может, у них просто управление есть сейчас, управляемость есть, так, больше, чем у нас. И надо это понять. Они-то строили государство имперского, империалистического типа. А мы что строим? Все, закончили. С национальными этими делами, этническими, закончили. Надо строить не нацию государства, а национальное государство. Это немножко разные вещи. С акцентом на государство, на его устойчивость. Вот, и это как бы должно быть стать, ну, скажем, задачей на 24-й год. Причем это должно быть демократическое государство. Потому что ценность Украины была, по сравнению с многими постсоветскими государствами, по крайней мере для меня, что это всегда... Территории, ну, воли хотите, свободы. Да, закона нет, но свобода зато есть. Самовыражение, конкуренции. Потому что мы же где находимся? Лес немецкий, степь русская. А у нас что? Лес и степь. Значит, учимся жить. Как в степях степняки живут и как живут люди леса.
в степях пьют молоко, а в лесу пиво. Вы знаете, уже многие начинают комментировать и представлять в таком варианте. Хотели в Европу, строили Израиль, а получили Северную Корею. Это по поводу Северной Кореи, ради бога. Выйдите, как там, выйдь на Волгу, чей стон раздается над Великой Русской рекой. Выйдь в Киев, посмотри, где в Пхеньяне столько машин. Где машин таких, тачек крутых и людей таких, ну, свободных остающихся. Не пугайте Северной Кореи. Так, дело не в этом. Мы никогда не... Это все. Северная Корея выросла. Почему Северная Корея стала Северной Кореей? Она выросла на партизанском отряде. Партизанский отряд в окружении врагу, в партизанской дисциплине стала моделью построения государства командиром этого партизанского отряда Ким Ир Сеном. Он на базе этого партизанского отряда или партизанского государства выстроил партизанскую государственность. Но мы, слава богу, не партизане, нет? Слава богу. Да. Друзья, мы благодарны вам за участие, за вашу активность, за ваши вопросы. Надеемся, что некоторые ответы вы также получили за время нашего эфира. И, конечно же, призываем вас быть благодарными. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал Политека. Не забудьте, Вадим Юрьевич Карасев говорит и доказывает. Да, там уже 98 тысяч. Давайте, ребята, давайте чуть-чуть. Чуть-чуть до 500. До полумиллиона. Правильно, мы не скромны в своих желаниях. Поэтому, друзья, не забудьте также поддержите Вадима Юрьевича и пишите ваши вопросы, готовьте. И в следующий четверг мы обязательно встретимся по хорошей традиции. Ну и, Вадим Юрьевич, вам доброго здоровья, до следующей встречи. Спасибо. И вам. И вам так же. Навзаим.